Приветствую всех, кто находится на моем канале. Сегодня я веду репортаж из мастерской Ларус и хочу показать новые работы, оформленные в рамы. Это вышивки. У нас в мастерской даже вот такой вот вышивку, ну как бы ручной такой труд, очень кропотливый и красиво одевают в рамы. Так что, вышивальщицы, приглашаю вас в мастерскую Ларус. Приходите, и ваши работы будут оформлены вот так же красиво. Смотрите, какая оригинальная работа. И какая оригинальная рама. Как все тонко подобрано друг к другу. Следующая работа. Вот я сейчас буду листать и показывать. Следующая работа. Вот такой вот чайный натюрморт с чайными розами. Вот так попросила вышивальщица оформить. И мы ей подсказали. И, в общем-то, все вместе выбрали ей вот такое вот оформление. Тоже очень красивая вышивка, красивая паспарту и рама с такой... с протиром таким старинным. Следующая работа. Натюрморт, вернее, такие розы. Розы с виноградом. Вот. И опять же, двойное паспарту. Рама. Все подобрано со вкусом. И уже готово к тому, чтобы мастерица забрала этот свой шедевр. Вот такая красивая вышивка. Ну и следующее, это вот такие волки, которые просто прекрасны в этой раме. Сама по себе вышивка очень красивая. Снежинки такие. И такая рама в холодных тонах. Зимняя такая вышивка, картинка с зимним таким сюжетом. Парочка волков. Ну и вот еще тут феечки у нас. Или феечки, или такие куколки. Вот целая серия их. Вот такая вышивка. И рамы подобраны к этой вышивке. Вот одна вышивка, вот другая вышивка. Вот мастерицы к нам приходят и заказывают оформить свои работы в такие рамы. Рамы красивые. Ну еще и паспарту. Вот три серии вот таких вот куколок. Они все стоят. Так, ну и еще я хочу показать, у нас просто шедевр вот такой оформили. Это необычайно красивая икона и одетая в такой вот оклад такой. Под стекло все это убрано, и там вот такие самоцветные как бы камни. Это женщина придумала свою технику, и именно так она вышила ее. Изумительно редкая вещь. Мне кажется, просто красиво. Вот, очень красиво. Ну вот, на этом и все. Так что приходите в мастерскую Ларус, город Покровск, улица Торговая, 8, где мы можем оформить ваши вышивки или вышивки бисером, или ваши картины в рамы, в различные рамы. Их очень много. Вот смотрите, сколько у нас образцов рам. Кто в городе Покровске уже к нам приходит, те знают, что у нас большой ассортимент рам. И по качеству, и по цене большой разбег. Можно выбрать себе как такую элитную к большим картинам, к большим вышивкам, так и к маленьким. На этом до свидания. Приходите к нам в мастерскую Ларус, город Покровск, еще раз повторяю, улица Торговая, 8. Ждем вас.